Оль, привет! Здравствуйте. Так, слушай, сегодня там, во-первых, хотел тебя поблагодарить, видел, какие хорошие результаты по направлению аренды у нас в последнее время. Оно и неудивительно, цены на покупку растут, ставки растут, и поэтому, часть спроса, я понимаю, перетекает к вам. Насколько я знаю, у вас проблемы прям с квартирами, да, что их не так много в базе на сегодня. Да, действительно, сезон завершился, поэтому объектов не так много осталось, ликвидных. Слушай, у меня, знаешь, вопрос такой был. Я знаю, что раньше у нас текучесть была большая, по риэлторскому сау в аренде. И года три как вот, минимально стало. А какой средний сейчас доход риэлтора по аренде, по сети в среднем? В районе 80 тысяч рублей. Слушай, это прилично достаточно. То есть я думаю, что это... Так, давай тогда все рабочие вопросы, я так думаю, пообсуждаем, да? Поговорим. Все, у нас, к счастью, целых полчаса. Тут атмосфера такая располагает к этому, если честно. Вот, поэтому давай начнем.